впервые буду в Ингушетии, очень заинтригован, очень хотелось бы увидеться. Извините меня, пожалуйста. Не знаю за что, но что бы я сейчас вот плохого не сделал, я больше так не буду. Using the special loudspeaker device. Уважаемые пассажиры, в целях вашей безопасности, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности. Держите безопасную дистанцию от других граждан не менее 1.5 метров и используйте средства индивидуальной защиты, маски, перчатки и антисептики. Сзади меня магазин «Все для праздника». Как вы думаете, чего здесь не хватает самого главного для праздника? Ответы пишите в комментариях. Чего самого главного для праздника не хватает в магазине «Все для праздника» в городе Грозном? Я как бы случайно пропустил самый сложный день. Я пропустил первый день чемпионата ВВЖ Магас Оупен. Это были детские соревнования. То есть сражались детки от эть до у-у-у, ну, где-то вот до сюда. Организатор уже уставший, Загид Багудинов, звонит, говорит, что едет в отель вообще без ног и сейчас завалится спать. В общем, завтра должно быть интересно. Блин, черт подери, день прошел, рассказать нечего. Но вот ничего не произошло. Прекрасное утро. Что могу сказать? Спится здесь прекрасно. Воздух замечательный. Ну или просто потому, что тихо. Но что вот действительно тяжело, вот для меня тяжело, это вставать в 7 утра, чтобы успеть к началу турнира. Грозный прекрасен еще и тем, что здесь отменен масочный режим. Ну вот напрочь отменен. Вот нефиг носить маску. В магазин, я не знаю, в торговый центр, в общественный транспорт ты можешь спокойно направляться без маски. Но, так как турнир Магас Оупен проходит не в Грозном, а в Ингушетии, это порядка, я не знаю, сейчас боюсь ошибиться, 70-80 километров от Грозного, я буду вынужден приготовиться. Ниндзя едет на Магас Оупен. Спасибо Назару за подгончик. Здравствуйте, ребята! Грозный YBJJ. Загид, такой вопрос. Да. Сегодня правило ближе к AGP или к IBGF. Я поясню, о чем конкретно я спрашиваю. Mm-hmm. Учитывая, что сегодня в ноуги будут бороться коричневые пояса, будут ли хилхуки? Не будет. Ближе к IBGF, но как бы к старым правилам у YBJJ лиги. Правила как бы, они как базис взят IBGF, рулбук, но свои правила, хилхуков не будет, ни рипингов не будет. Old school, IBGF, короче. Это потому, что главный судья еще не выучил эти новые нюансы? Нет, главный судья выучил все нюансы, все правила как бы и уточнял, но тем не менее сказали без хил-хуков. А, сегодня Женя Чехов, да, будет 7-7 бороться? Если на него посмотрим. Выпустят. А куда? Из дома? Там смотри момент какой, ты можешь держать ее, проворачиваться с ней и завершить на животе. Просто делать движение, что вовнутрь закручиваешься, ты не должен, даже когда он туда уходит. Ты можешь с ним туда провернуться и на животе уже завершить. А это... допустим, разницы нету, если ты сам его крутишь или он сам крутится? Разница есть? Ну вот смотри, ты же понимаешь, когда делают ахилл, в спине выпрямляется соперник, вот, кто атакует. Да. Вот когда твой соперник начинает уходить, ты взял ахилл, он начинает уходить вовнутрь. Пойди просто за ним и завершаешь на животе. А вот начинать рвать, и он уходит вовнутрь, продолжать рвать. Хотя там момент такой тоже двоякий. Если просто на этом... Смотри, я тебе объясню. Халид. Если смотри, на этом боку они остаются и тащит вовнутрь, тогда вот это под дисквал уже. Если дальше проворачиваются, то давай завершить, докрутиться на живот. Это не по телефону, давай я тебе это покажу тогда наглядно. Сейчас доедем. Ну я так. Хорошо, давай. Давай. Здесь, а то...
остается мне, я там дисклавы наделаю множество вообще. Не надо. Дворец спорта мага. И вот там, за моей спиной, сейчас все начнется. Должно быть интересно, во всяком случае, рефери обещают, что будет круто. Будет очень много прекрасных спортсменов Кавказского региона, а значит, бескомпромиссные зарубы, значит, какой-то такой экшен с хорошей спортивной агрессией. В общем, должно быть интересно. Всем привет! И фриксом. Всем, короче, вся Руси, всем привет! Я за Хачбульгова, он тоже должен выступить, ну, за всех ребят с нашего клуба. В общем, традиционно все по красоте. Как бы не было уныло-серое кавказское утро в апреле месяце, зал выглядит бодренько, все красиво, ярко. В общем, все как мы любим. Уже начинается взвешивание первых категорий. Давай, уходите! Ребята заряжены. Вот в некоторые глаза прям страшно смотреть. Прям такие серьезно заряженные спортсмены. Улыбок пока немного. Ну, хотя, может быть, здесь и не принято настолько широко улыбаться, как, допустим, на мероприятиях там в Москве. Честно говоря, вот ощущается вот этот вот боевой настрой. Немножко секотно мне, как гостю, как единственному блондину на сегодняшнем мероприятии. Что поразительно, на этом турнире, в данный момент на взвешивании, две наиболее популярные марки ги, вы не поверите. Ну, понятное дело, что кимоно брендированное логотипами ACBJJ и Shoe Roll, самая популярная марка ги на YBJJ Magas Open. А, как вам такое? Работа понятого на турнирах по бразильскому джиу-джитсу, а именно так я называю частенько нашу деятельность, работа свидетеля, работа понятого. Не всегда это можно назвать работой журналиста. Но, в общем, очень вся эта деятельность смахивает на охоту или на рыбалку в неизвестном месте. Непонятно, будет ли что интересного, и успею ли я именно на тот момент, где будет что-то интересное, или ты будешь, с сожалением, смотреть на то, что где-то на соседнем ковре где-то не снимаешь. В данный момент произошло что-то взрывное, но очень хочется уловить хотя бы пару-троечку моментов по-настоящему зажигательных, которые потом войдут в этот двухминутный хайлайт и хоть как-то передадут живое настроение прошедшего турнира. В общем, сейчас как раз-таки я на охоте, на рыбалке, в Ингушетии, на турнире YBJJ.
8 спортсменов и я 9-й. Белые, синие, пурпурные, коричневые. Здесь есть еще из Чекмата парень один, Юра. Вроде больше никого не видел. Давай. Как тренер, на высшем уровне. Дальше больше будет. Я знаю, что еще лучше будет дальше. На ошибках учится. Да, мелких ошибок везде бывает. А так нормально. Очень хороший уровень, очень сильный. В будущем думаю, что вообще можно будет. Удачи вам. Вообще отлично. Сегодня попроще. С детьми посложнее бывает. Я думаю, сейчас меня много будет у тебя как в этом калейдоскопе. Кауич, мауич, меры безопасности и все такое. Но здесь на турнире в YBJJ парень просто может подойти, взять твою бутылку с водой, из которой ты только что пил, отпить и поставить ее на место. Все просто. Черт, они еще не знают, что у меня может быть в бутылке, чтобы на ней не было написано и как бы оно не выглядело. Мало ли что. Сейчас по традиции хотел подойти, да что уж говорить, подошел к одному из рефери. Слава богу, не успел сказать традиционную для нас шутку из серии «Судья, почем 2 балла?» Я просто открыл рот, посмотрел в глаза рефери и такой: «Не, не буду я шутить, ну нафиг». Короче, шуток сегодня не будет. Да. Конкретно спортсмена выделять не буду, но мне интересно было бы посмотреть абсолютки коричневых поясов. Потому что у нас коричневые пояса, они в этом году только заявлены. И количество участников было мало в прошлый раз. Сейчас уже чуть побольше. Скажем так, в каждой весовой, в каждом дивизионе у себя одиночки.
И, в принципе, они потом в абсолютке должны встретиться. Будет интересно. Я Женю жду, а его все нет и нет. Кстати, он будет сегодня. Жень, привет. Скоро увидимся на ковре. На сегодняшнем турнире должен был присутствовать еще Женя Чехов в сетке коричневых поясов. И надо сказать, что брауны очень сильно ждут его появления, еще верят и надеются, что он вдруг появится. Вот вдруг откуда ни возьмись, окей, пусть рейсов уже нет, может быть, возьмет и приедет на автомобиле, на самокате, на лесопете. Но нет. Дело в том, что Женя Чехов, мой надежный, веселый, бодрый соратник с широкой улыбкой и поломанными ушами, не сможет присутствовать на сегодняшнем мероприятии по вполне уважительной причине. Он принес записку от родителей, в которой его мама и папа просят отпустить Женю с этого турнира, чтобы Женя мог поехать на дачу и вскопать огород под картошку. Нет ничего более святого в России, чем огород, картошка, родители и настоящая работа Жени Чехова. Готовится абсолютная весовая категория по коричневым, пурпурным и синим поясам. Более того, организаторы объединили в абсолютках категории adult и категории masters. В принципе, независимо от того, в какой возрастной категории ты вошел в призы, в адалтах или в мастерс, ты имеешь право зарегистрироваться в абсолютную весовую категорию, попробовать свои силы. Ну и как говорит Джош Хингер, как любит говорить Джош Хингер, если у тебя есть возможность выступить в абсолютке, обязательно выступай. Это лишний опыт, за который ты уже заплатил. Ибрагима, вернись на кухню. Много разговоров. Там. Только что я не успел нажать на плей, когда Загид Вагудинов рассказывал секреты секретной техники. Надо быть шустрее, как ковбой на Диком Западе. Опа, и камера.
мы сейчас увидели? Заген. Чистая победа. Flawless victory. Помнишь Mortal Kombat? И я понял, что это Япон. Вопрос, это был матч за какое место? За третье. Абсолютка по пурпурам в Ди настолько бомбическая, настолько огненная, настолько она отобрала силу пацанов, что есть версия, что до ноги дойдут немногие из них. То есть какие-то ребята откажутся от участия в ноги вот на 100%. Сейчас будет финал в абсолютной категории по пурпурным поясам. Впереди еще категория ноги и впереди еще абсолютка ноги. Я вижу, насколько выкладываются ребята, как они просто падают от усталости, выходя за пределы татами. Думаю, что пурпуров в ноу-ги будет значительно меньше, нежели в ги. Но, опять же, это мои домыслы, поживем, увидим. Сейчас вижу, Загид Багаудинов дает наставление Юре Кузнецову перед финалом. Юра сегодня дает угля. В своем весе третий стал, а абсолютка у меня первая. Первый раз, кстати, золото в абсолютке. Вообще первый раз, наверное. Немного тяжеловато сразу ги и ноу-ги бороться в один день. Да. Ну, много получается. Ну, нормально, короче. Да. Вывозим потихоньку. Понятно. Но самое интересное, это говорит триумфатор. Триумфатор говорит, что сложно бороться. Что должны делать тогда те, кто проиграл? Работать, поздравляю. Техника, спасибо. Все, мы работаем, тренеры работают, теперь все, да, ученики должны все работать. Участвуйте, приезжайте обязательно. Спасибо, будем стараться. Удачи. Вторая часть турнира YBJJ Magas Open. Ноу-ги. Ноу-ги. Вечеринка без кимоно. Иногда без рашгардов, но в красивых футболках. Ну как в красивых? Какие есть. Собственно, та дисциплина, которая чуть более популярна в регионе Северного Кавказа, близка по духу, может быть, по униформе, ну и еще по каким-то специфическим особенностям.
что, Юра, не нашлось дополнительного бака, да? Все оставил. На что мы обратили внимание? В прошлом году пурпуров было именно столько, сколько сейчас было браунов. Но пурпуры, Алексей, ты видел уже сегодня. Даже синие уже, на их фоне уже синих не видно было. Пурпуры сегодня выдали конкретно. Загид, любите ли вы абсолютки? Абсолютки? Вот сегодня. Сегодня нет. Может, час поздно. Думаю, ребята уставшие. Ну, тяжи-то хотят порубиться в абсолютке. Легковесы, думаю, не очень, они все устали. Потяжей ложиться еще полдесятого вечера. В мире джиу-джитсу известная личность. Итон Шамсадов. Первый микрофон. Прошло все отлично, замечательно, продышался. Атмосфера тоже хорошая. Хочу поблагодарить организацию YBG за предоставленную возможность выступить на этом турнире. Мне очень понравилось все. Очень рад, счастлив. У меня двое детей, старших сына, то есть. Откуда столько скромности? И который тоже выступает в организациях, тоже стали призерами на этом турнире. Мне уже 33 года, но несмотря на это, я уже почти 3 года занимаюсь этим спортом, я его очень сильно люблю. Итак, закончился этот безумно клевый и безумно насыщенный день на турнире YBJJ. Мы буквально только что вернулись в гостиницу с Загидом Багаутдиновым. Он к себе в номер, я к себе. Устали как черти, но ладно я. Вот рефери устали, это точно. Два дня безумного турнира. Безумного в самом хорошем смысле этого слова. Большое количество крутых матчей. Время сейчас уже за полночь, мы только вернулись в отель. Через 3 часа подъем, утренний самолет. Завтра из аэропорта сразу на тренировку. Когда я смонтирую это видео, бог его знает. Постараюсь в самое ближайшее время. А пока немножко виноградику перед сном. Спасибо за виноград Загиду Багаутдинову. Прекрасный ужин в стиле ЗОЖ. Спасибо, Загид, за виноград. Если вы еще не выключили это видео, то знаете, я сейчас просто сижу, туплю и ем виноград. Я могу есть виноград с двух рук, по-македонски, смотрите. Раз, два. Я все еще ем виноград. Знаете, то чувство, когда ешь виноград со вкусом винограда. Хорош вам уже на меня смотреть.